я хотела бы пожелать, чтобы волна была всегда на гребне волны, чтобы она процветала и чтобы стала в ближайшие годы одной из ведущих фабрик нашего государства. Надежда Михайловна Карась, директор Актауской кондитерской фабрики «Волна», по образованию технолог-пищевик. В 2001 году начала строительство фабрики. В 2002 году с конвейера вышла первая продукция – зефир, мармелад и пастила. В сладкий бизнес Надежда Михайловна пришла не сразу. Родители мечтали видеть дочь знаменитым художником и даже отправили в профильное училище. Но спустя 2 года стало понятно, краски, кисти и мольберт не для нее. Но зато пример удачливых родственников-рестораторов вдохновил. Так Надежда сменила холст на фартук и поступила на технолога-пищевика. Сегодня она владелица кондитерской фабрики, хотя первые шаги на пути к прибыльному бизнесу были далеко не сладкими. Начинали мы с того, что было у нас, работало 32 человека и 34 наименования кондитерских изделий выпускали. На достигнутом Надежда Михайловна не остановилась. 2 года назад решила модернизировать фабрику. На это требовались большие вложения. Осуществить задуманное помогло государство. За 10 лет Актауская кондитерская фабрика «Волна» в 10 раз увеличила объемы выпускаемой продукции. А в прошлом году предприятие получило поддержку государства. Объем субсидий в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» составил 190 миллионов тенге. Это позволило построить новый корпус и купить автоматическое оборудование импортного производства. Как следствие, руководство ожидает увеличения производительности труда и снижения себестоимости выпускаемой продукции. Так, это у нас какое печенье? Печенье какое? Я руководитель очень требовательный и немножко, может быть, жесткий. Потому что работа такая требует специальных навыков и большого внимания. Ведь рецептура составлена как? Нужно до грамма, до миллиграмма положить то, что положено. Тогда получится качественный продукт. Поэтому здесь никак нельзя не требовать. Две 2000 квадратных метров, новое оборудование и бесперебойное производство. Такой будет новая кондитерская, говорит бизнесвумен. Каждый этап строительных работ она контролирует сама. В строительстве, говорит, как в выпечке. Нарушишь рецепт, в результате получишь совсем не то, на что рассчитывал. Потолки до сих пор не сделали. Надо подогнать, чтобы потолки сделали и штукатурку. На стройку приходится ездить часто. По той простой причине, что немножко опаздываем со сроками. Должны были 5 октября сделать, обещают строители 31 октября, теперь на сегодняшний день. Здесь, конечно, есть у меня главный специалист по техническим вопросам, есть технический директор, но самой контролировать все равно приходится. Это же все наоборот, понимаешь, как ты сначала пол делаешь, а потом потолок делаешь. Постелю и закрашу. Так ты не постелил пленку, там сейчас поцарапаешь ты мне. Не. Угу. Посмотрите, будете принимать, ничего не будет. Не будет. Все будет ровненько. Новая фабрика – это не только расширение ассортимента, но и новые рабочие места. В планах предпринимателя обеспечить хорошо оплачиваемой работой еще 40 казахстанцев. Здесь будет зефирный цех по производству зефира. Новое оборудование, соответственно, новые работники, которых мы будем обучать. Естественно, у нас увеличится объем производства. Если сегодня мы выпускаем 30 тонн, то когда запустим вот новую фабрику, будем выпускать 180 тонн. По последним статистическим данным, каждый казахстанец в среднем съедает 12 килограммов кондитерских изделий ежегодно. Это почти 200 тысяч тонн конфет. Из них только треть отечественного производства. Остальное импортируется из России и Украины. Они сегодня поедут сюда? Коммерческий директор фабрики Татьяна Диденко в команде «Надежды» уже 6-й год. За это время ассортимент существенно увеличился, констатирует она. А с запуском новой фабрики предприятие расширит и географию поставок. Конечно, мы очень переживаем за то, чтобы наши люди получали хорошие зарплаты, и все для этого делаем. Поэтому и строительство такое большое мы задумали, и решила Надежда Михайловна, это ее, конечно, детище.
чтобы людям действительно дать хорошую работу и чтобы они получили побольше зарплаты. В успех Надежды Карась поверили не только сотрудники, но и государство. Отсюда и финансирование амбициозного проекта в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и консультационная помощь. Когда необходимо показать продукцию мангистауских предпринимателей, она всегда первая отзывается, она всегда ездит, всегда показывает свою продукцию. Она очень отзывчивый человек. Наверное, потому что у нее такой сладкий бизнес, а то, что она делает с душой. Поэтому мы надеемся, что та помощь, которая в рамках дорожной карты бизнеса 2020 сейчас ей выделяется, она будет во благо. И теперь об Актауской кондитерской фабрике «Волна» будут знать не только в западном регионе Казахстана, но и во всей республике. Аман, поехали в 79-й магазин, посмотрим там, как выполняются заявки. Но наша продукция реализуется по всей области. Кроме того, мы продукцию отправляем. У нас есть филиал в Астане. В Астану отправляем. И филиал есть в Астрахани. В Астрахани реализуем. Ну, сейчас планируем еще открыть свое представительство в Атырау и в Чимкенте. В редкие минуты отдыха Надежда всегда в кругу семьи. Но даже в эти минуты спортивный интерес и стремление к победе она сравнивает с движением в бизнес. Мы для чего ходим в бой? Чтобы победить, чтобы, значит, как можно больше очков набрать. Так и в бизнесе мы хотим победить, мы хотим, значит, достичь того, чего, той цели, которую мы перед собой ставим. Вот поэтому, наверное, и похожи бизнес и боулинг. Сейчас, будучи владелицей и управленцем прибыльного бизнеса, Надежда Михайловна вспоминает, какие качества помогли ей добиться успеха. Рецепт предпринимателя прост. Щепотка здорового авантюризма и немалая доля рассудительности, заправленные справедливостью и неуемной энергией. За время работы я усвоила философию бизнеса. Это уметь рисковать, быть честным, справедливым, коммуникабельным. Уметь слушать, прислушиваться, делать из этого выводы полезные для себя. А прежде всего, это знать то дело, которому ты себя посвящаешь. Иди, котик, ко мне. Посмотрим с тобой на море. Быстренько. Ой, ты мой золотой мальчик хороший такой. Ух. Видишь, какое море красивое. Какое море красивое у нас, да? Какое красивое. Видишь, какой закат. Видишь, какой закат красивый. А еще тут синие тучи. Да, еще тучи. Это тучи. Давай ручку. Давай, пойдем. Тихонечко, тихонько, тихонько. О небе только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром. Как он тает в волнах,